Продолжаем небольшую серию кулинарных обзорчиков, когда нет отца Павла и есть ему замена. Гражданин Икс, скажите, в каком магазине мы сегодня брали продукты? В продуктовом магазине. Все верно, совершенно верно, в продуктовом магазине. И давайте все-таки немножко нашарим в суперпакете, что мы будем сегодня дегустировать. Старик, зеленый. Вы сейчас старик будете пить? Штука. Показываем, что есть. Нет, надо то, что сейчас дегустировать. Коньяк. Дагестанский. Хорошо, пускай будет. Еще один коньяк. Французский стандарт. Французский. Отлично, отлично. Ну хорошо. Отец X. Кладите мешок и приступаем непосредственно к дегустации. С чего мы будем начинать? Начнем с дагестанского коньячка. Угу. Отлично, отлично. Да, дагестанский написано хотя бы. Давайте. И как? Хороший такой, мягенький. Идет хорошо. Да, только отдает клопами все-таки. Да, причем очень сильно. Есть такое. Давайте второй. А что это? Французский стандарт. Французский коньяк, отлично. Ну, Франция и Дагестан, они рядом находятся. Практически на границе. Блять. Ой. Извините. Вот этот коньячок, конечно, получше. Думаете? Однозначно. А почему? Он поприятнее, помягче и не пахнет клопами. Вот насчет клопов соглашусь с мистером Иксом. С отцом Иксом. И ваша итоговая оценка. Сколько из 10 да коньяк? Так, смотрите, французский стандарт. Да, коньяк. Ему дадим 8. Да, коньяк. А французский? Это и был французский. Ну почему же вы начинаете с конца? Вы в наш формат не попадаете пока. Ладно, а дагестанскому коньячку мы даем 4. 4. Да, французскому 8. А теперь давайте, мистер Икс, как вас нормально спрашивали. Дагестанский коньяк, сколько из 10? 4. Отлично. Французский стандарт? Французский 8. Хорошо. Отлично. Вы выслушали мнение современного нового эксперта. Вот он. Кстати. На камеру пока играть стесняется. Ну да ладно. Сейчас продолжим выпуск, и он обматереет. До новых встреч.